Земное служение вочеловечившегося Бога Сына завершилось Вознесением. Это произошло на 40-й день после Его воскрешения. В течение 40 дней после Своего чудесного воскрешения Иисус Христос являлся апостолом и учил их распространению истинной веры. В последний день Своего видимого пребывания на земле Господь заповедал апостолам не отлучаться из Иерусалима и ждать другого Утешителя, Духа Истины. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». С этими словами Иисус вывел учеников на Елеонскую гору, и, благословив их, стал возноситься на небо, и облако взяло его из вида их. Так Иисус, Бог Сын, вознес человеческую природу к престолу Бога Отца. Иконография Вознесения едина. Мы видим 12 апостолов, Богородицу и ангелов. На некоторых иконах можно заметить такую деталь. На Елеонской горе изображен след от ноги Спасителя. Паломникам в Иерусалиме показывают такой отпечаток, утверждая, что он и есть след Христа на камне.